привет! Всем-всем привет! Сегодня мы будем пиццу готовить для Давай, меня. Нам понадобится сначала одно яйцо. Нам добавится сначала одно яйцо, да? Слушай, помогай мне. Так, достаточно. Одно яйцо мы вбиваем в небольшую мисочку. Добавляем сюда молоко. Добавляй. Так, чуть-чуть добавляем соли. Вот, немножечко. Да, немножечко. И давай добавим 3 столовые ложки растительного масла без запаха. Согласен? Да. Раз. Два. И 3. Порядок. Теперь нам это нужно венчиком все перемешать. Давай, Андрюха, вперед. Я тоже хочу так. Давай. Сегодня нужно у нас лаваш. Да, мы будем делать пиццу из лаваша. Да. Или пирог из лаваша. Согласен? Да. И еще мы будем делать на сковороде. Но если есть духовка, то, наверное, легче делать в духовке. Согласен? А если когда мы будем я придумал, давай лучше мы курочку и сосисками сделаем пиццу. Ну нет, сегодня только с курочкой. Вот мы взяли с Андрюшкой в качестве начинки курочку и немножко кабачка. Категорически сыр Андрюшка отказался, но раз шеф-повар говорит, значит, мы не будем делать со сыром. Да, вместе, да? Теперь мы уложили первый лист лаваша в самую обычную сковородку. Сковородку перед этим смазали растительным маслом, правильно? Правильно. Да. Вот, можно делать и в духовке, как мы уже сказали. Теперь нам нужно вот этой заливкой смазать первый наш слой. Давай. Я тоже хочу. Вперед. Давай я пододвину. Угу, отлично. Теперь мы нарезали вот такие лепешечки из лаваша, ну, в смысле, кружочки. Маленький кусочек попробовать. Хорошо. Укладываем. Раз. Сейчас. И теперь каждый слой мы промазываем нашей вот этой заливкой. Будет настоящее, у нас получится как такое тесто слоеное. Да. В итоге. Будет очень вкусный пирог. Да. Угу. И еще раз все тщательно промазываем. А теперь готовь начинку. Сейчас будем укладывать нашу начинку. Ага. Эй, ты так весь лаваш съешь, братва. Извини. Я сам высыпаю. Теперь выкладываем. Так ее распределяем. Я тоже хочу. Пожалуйста. Я уже... Ну, еще как вариант можно и оливки, и сыр, и лук. Можно смазать каким-нибудь соусом. Но вот мы решили так, мы не хотим ничего больше добавлять. Вот у нас будет такой вариант. Теперь накрываем следующим листиком лаваша по одному, Андрюшка. Так, давай в 4 руки. И опять все промазываем нашей заливкой. Чуть-чуть оставалось. Поэтому ты это съешь, наверное, да? Да. Теперь закрываем вот так со всех сторон лавашом, который у нас свисал. Угу. Вот так. Еще раз все промазываем. Да. Согласен? Ой, он у нас плавается. Падает. А сейчас... Ай! Ай! Ты ушел! Ушел мыть. Вот так мы как следует все промазали. Давай, Андрюшка, последний листик лаваша укладывай. Хорошо. Вот так. И еще раз мы все теперь смажем. И наш такой пирог-пицца готова. Мы с Андрюшкой ставим вот на плитку, на маленький огонечек и накрываем крышкой. И когда у нас подзолотится на маленьком огонечке, все там прожарится, мы потом перевернем это дело. А если в духовке, то и переворачивать не надо, просто тогда отправляем в духовку минут на 20. Порядок? Так, за Андрюшкой зашли друзья, теперь доготавливать придется мне в гордом одиночестве. Теперь нужно перевернуть. Вот я, в принципе, подготовила тарелку, можно накрыть тарелкой, перевернуть и потом аккуратно спустить. Но я попробую прямо так лопаткой, по-моему, все такое очень. Оба, вот точно, все получилось. И вот наша хрустящая слоеная пицца или пирог. Ну, раз ребенок хочет пиццу, пусть будет пицца. Теперь опять накрываем крышкой и опять на маленьком огонечке уже доготовим с другой стороны. Так, ну вот, очень быстро все у нас готово. Вот он наш пирог, перекладываем. Так, теперь давайте отрежем кусочек, пока все это
горячее. Вот. Вот так это получилось. Вот такой у нас очень быстрый пирог на сковороде. А я от всей души вам, и Андрюшка, от всей души вам желает приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока, увидимся.